лежанки на дороге. Да, засыпаешь, да, ну, чтобы она не жрет, что я сделал. Я ехал домой, возле Преображенки, она на дороге была, я подобрал, что бросать, жалко, еще морозы когда были. Ты сколько у вас уже собака эта живет? Около месяца. А кормите, с какой ее периодичностью, потому что реально собака истощена. Ну так она если такая была, как ее откормить? Постепенно откормится. Ну а говорят, что какой-то был период, что ее не кормили, болел кто-то там или что-то. Да это не может быть такого, это просто у соседа неприязнь, я же говорю, и... Барана был подстреливали, предположительно, с их стороны. У меня есть и заключение, и все вызывал этого ветеринара. Он делал вскрытие. Ну и сейчас за собакой настроены дальше, соответственно, ухаживать. Ну а куда ее? На улицу выгонять? Она на дороге была. Чего, жалко бросать, морозы были под 40. Мешает.